Как сделать российские города более комфортными для проживания? Эту тему обсуждали на Всероссийском совете местного самоуправления, который прошел в Москве. В работе совета и форума «Городское развитие и совершенствование качества городской среды» принял участие и глава столицы республики Леонид Черкесов. Руководители муниципалитетов обсудили возможность появления нового приоритетного проекта «Городская среда». В форуме чаще звучало, что развитие городской среды должен быть приоритет национальный проект. И, конечно же, вот это для нас важно. Не только вот центры городов, центральные улицы, магистральные улицы, но и периферии города должна развиваться инфраструктурно. И городская среда все должна развиваться. Это здесь, конечно же, это парки и наши зеленую, что зона благоустроена. Это мы говорим, что пешеходная, тротуарная зона. И конечно же, смотря за этим, благоустройство дворовых территорий, детские площадки, озеленение, и мы говорим, что инженерные сети. Мы говорим, что развитие городской среды не только в Чебоксарах должно быть, а в наших других городах Шумерля, Галата, Новочебоксарск, Ядрин, Цивильск, ну и о районных центрах. Город Чебоксары и наши города, наши республики, они должны быть современными, они должны быть комфортными для проживания, ну и городская среда этому должна способствовать. Мы говорим, что в городе должно быть удобно для проживания, удобно для горожан. Ну и если мы добьемся того, что сделаем это, конечно же, мы будем счастливы